В год 80-летия с начала самой кровопролитной и страшной войны в Ульяновске заработал выставочный павильон «Оружие подвига». Это первый в регионе музей, посвященный Великой Отечественной войне. Вокруг победы идет сложнейшая информационная война. У нас иногда пытаются отнять победу. И поэтому, конечно, вот появление каждого нового объекта, который подтверждает значимость наших усилий, значимость нашей роли во Второй мировой войне, имеет особое значение. Уникальный проект, который появился на территории современной усадьбы Ульяновых на улице Ленина, это дань памяти всем тем, кто сражался за рубежи нашей Родины, за мирное небо над головой, тем, кто не вернулся с поля боя. Позиция крайне интересная, потому что в основе, я знаю, создатели экспозиции, говоря об оружии, о винтовках, пулях, пистолетах, штыках, но они еще и говорили о невероятном вкладе тех, кто трудился в тылу, наши деды, наши отцы. Здесь, конечно, я думаю, в экспозиции очень широко представлена роль советского солдата-победителя, остановившего фашистский натиск. На выставке представлены личные вещи, документы и фотографии воинов, ордена, медали и печатные издания военного времени, подлинные графические работы из коллекции Ленинского мемориала. Оружие мы понимали как, в самом широком смысле, человек тоже оружие. Вот тот подвиг, который совершали солдаты, наши женщины, дети в тылу. То есть действительно очень широко. Плакат тоже оружие, песни тоже оружие, «Вставай, страна огромная». То есть вот показать, насколько широк был арсенал всех средств, которыми отбрасывали врага в то страшное время. Большое внимание в экспозиции уделено оружию. В начале экспозиции внимание привлекает винтовка Мосина. По словам Валерия Перфилова, это первое оружие начала войны. Таких винтовок в годы войны было произведено 11 миллионов экземпляров. Далее следует противотанковое ружье, для которого патроны изготовлялись на Ульяновском патронном заводе. Самозарядный пистолет ТТ или тульский Токарев – не менее интересный экспонат. Им были вооружены все офицерские кадры. Это ППС, пистолет-пулемет Судаева. Можете себе представить, что конструктором этого пулемета, пистолета-пулемета, являлся наш земляк. В тот период Алатырь был частью нашего края, и вот Судаев создал этот пистолет-пулемет, который изготавливали в Ленинграде во время блокады, потом по всей стране. В следующей витрине документы, награды, личные вещи снайпера Петра Галиченкова, уничтожившего несколько сот фашистов, танкиста, героя Советского Союза Дмитрия Старостина и других героев. Что очень ценно, каждый экспонат музея имеет свою историю, свою память. Здесь же станковые скульптуры солдат известного ульяновского скульптора Рафика Айрапетяна. Это один из авторов скульптурной композиции «Монумента славы на площади 30-летия Победы». И завершает экспозицию многочисленные тома книги памяти. В цокольном этаже здания – многофункциональный выставочный зал для проведения временных выставок, кинопоказов, музейных занятий и тематических экскурсий. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.